Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Наша шкіра відображає усе, що відбувається у нашому організмі. Що ми п'ємо, що їмо, як ми гуляємо на свіжому повітрі і взагалі чим перехворіли. Тож саме про шкіру, про догляд посезонно. І ми будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Наталя Дядчук, лікарка-косметологиня. І я думаю, що ми сьогодні зможемо з'ясувати усі нюанси, які відбуваються з нами, і, звичайно ж, поговорити про догляд восени, бо зараз прохолодна пора року, і чи потрібно змінювати засоби, якими ми звикли користуватися влітку, і тоді, коли було тепло, то це від того залежить, яка ж шкіра буде у майбутньому у нас. Вітаю вас, пані Наталі. Добрий день, дуже приємно, що пригласили в студію. Конечно же, из-за того, что меняется время года, наша кожа претерпевает изменения, поэтому косметику, которую мы обычно используем летом, ее обязательно нужно менять осенью, и уже у нас практически зима, то есть переходом на зиму. Безусловно, крема должны становиться более питательными, потому что кожа все-таки после летнего периода, где было воздействие и высокой температуры, и ветер, то есть некоторые люди загорали на море, все это повлияло на нашу кожу, поэтому крема должны уже включать в свой состав более питательные вещества, они должны быть насыщены растительными маслами, микроэлементами, витаминами. И, конечно же, средства для очищения кожи, которые мы обязательно ежедневно используем, тоже должны быть более легких текстур. То есть если летом мы могли использовать гели, то сейчас это желательно пенка, либо это может быть молочко. Да, то есть более легкая текстура, которая не будет так травмировать нашу кожу, которая, в принципе, уже пострадала после лета. То есть нам ее нужно сейчас больше восстанавливать и увлажнять, конечно же. А зволожувати потрібно, бо ми зараз вмикаємо обігрівачі, у нас працюють батареї, опалення, і, звичайно ж, ми виходимо на прохолоду і... Звичайно, що і вітер, і може бути сніг в майбутньому, так, все це впливає теж на стан нашої шкіри. Бо от такі контрастні періоди, які повинна відчути шкіра на собі, вони теж впливають. Звісно. Звичайно, що коли ми дивимося і робимо такий огляд нашої шкіри, ми можемо побачити різні зміни, наприклад, почервоніння. І дуже важливо для кожної з нас, особливо для жінок. Чоловіки теж думають і звертають увагу на це, особливо після того, як вони поголилися, вони теж бачать, що шкіра, наприклад, подразнена, вона має рожевий відтінок, то його краще прибрати одразу. Як це зробити і якими засобами це краще робити, перш ніж ви вийшли на вулицю, це теж дуже важливий момент. Ну, начну з того, що, во-первых, перед тим, як ми збираємося на вулицю, то есть ми ежедневно очищаем нашу кожу лица. То есть мы умываемся, потом идет тонизация, и потом уже мы наносим крем на лицо. Обязательно это нужно делать минут хотя бы за 30-40, а зимой это и 50, и то и час, до того, как мы вышли на улицу, чтобы крем успел впитаться, и уже на улице он действительно оказывал свои защитные средства и свойства. То есть крема именно утром, они должны быть более питательными, более плотной текстуры и иметь защищающий фактор. То есть это может быть и SPF-фактор, потому что солнышко еще у нас балует иногда, но не обязательно высокий, то есть это 15-20. А нам же не вистачає вітаміну D. Да, нам не вистачає того, звісно ж. Но, безусловно, ті люди, які страдають гіперпігментацією, либо вони зробили якісь процедури на лице, то есть это могут быть инъекции, либо пилинги, все равно нужно кожу защищать от ультрафиолетового воздействия. Хоть оно и не такое агрессивное, как летом, но обязательно крем такой должен быть. То есть это может быть утренний, дневной крем, который имеет уже фактор защиты. Те, кто страдает куперозом, либо раздражительным, то есть повышенная чувствительность кожи, должны иметь крема, которые содержат защитные свойства. То есть они увеличивают... скажем так, стенку наших сосудов, то есть она более стойкая к внешним воздействиям. То есть это могут быть какие-то растительные компоненты, это могут быть и те же гинкобилоба, то есть которые все знают, либо аптечные препараты, которыми мы пропиваем для того, чтобы наши сосуды были более стойкими к воздействию внешней среды. То есть это все индивидуально подбирается. Нельзя сказать, что это только одно какое-то или несколько средств. Это лучше подойти на консультацию, где мы уже определим. Либо это раздражение
ранняя реакция после какой-то процедуры, либо же человек уже с этим заболеванием несколько лет страдает, и он не знает, как с этим быть, и пытается это чем-то замаскировать. Лікар-косметолог, він повинен розуміти проблеми, і він знає, обов'язково ж надасть рекомендації, що вам треба робити зі своєю шкірою. А чи часто до вас звертаються з такими проблемами? Бо, можливо, жінки, які звикли з маличку ще дивитись на маму, яка там, можливо, користувалася різними засобами, так, вони ще якось можуть собі дозволити це і роблять переважно. А от з чоловіками інше питання. Согласна, мужчины не такие частые гости, но все же иногда они приходят. И приходят, знаете, это больше уже, наверное, возраст 35+. То есть сказать процедуры, которые там обычные девушки делают, в принципе, и должны мужчины делать, то есть чистка лица, пилинги, либо правильный уход, их это, в принципе, не интересует. Они уже начинают беспокоиться, когда уже появляются складки на лице, какие-то морщинки, межбровье, лоб, им это не нравится, они хотят выглядеть более свежо и молодо, поэтому они уже приходят именно за такими процедурами. Но, опять же, болевой порог мужчин не такой высокий, поэтому не каждый согласен это терпеть. Не витримують, да. Чоловіки. Пані Наталю, з приводу дітей і підлітків, от є той період дозрівання, коли людина вже починає розуміти, що ось висипає, ось тут з'являються прищики, почервоніння шкіри, що чорні плямочки з'являються, так? І починають щось робити там зі своєю шкірою, давлять, ну і так далі, так далі. Можливо, зараз є інтернет, і вони будуть інакше ставитись до цього питання, там переглянули, подивились, побачили, що не можна, але все одно є маскуючі засоби, є тональні креми, якими можна просто заліпити усе, що вам не подобається на своєму обличчі, і потім мати дуже серйозні наслідки. З приводу догляду за такою ще шкірою, дуже молодою, так, дитячою, можливо, вже підлітковою, так, в молодому віці. Що потрібно їм? Чи потрібно їм вже зараз користуватися такими засобами, якими користуються вже дорослі люди? Чи, можливо, це будуть легші структури, креми чи гелі, чи щось ще, що дасть їм можливість в майбутньому не мати проблем? Конечно, вы правы, что это более легкие средства, то есть это и кремы, и очищающие средства, и тоники, либо флюиды, они должны быть более легкими по сравнению с теми, которые используют уже взрослые мужчины и женщины. Начинать такой уход я рекомендую уже в возрасте полового созревания, то есть это где-то вот 12-13 лет, когда идет перестройка гормонального фона организма, и они сталкиваются с этими проблемами, когда уже повышенная жирность кожи, какие-то высыпания, маленькие точечки черные, белые, им что-то не нравится. Конечно, девочки наши, девушки уже подрастающие, они смотрят YouTube, как вы говорите, они это все замазывают какими-то средствами, которые они купили там в масс-маркете, не такие же дорогие, а в основном такие средства очень комедогенные, и они вызывают только еще больше ухудшения, потому что если хочется уже купить тональный крем, лучше, конечно же, с мамой пойти и купить более профессиональную косметику, которая будет не только маскировать, а и лечить. Потому є такі, так, засоби? Да. Зараз тональні креми, есть, які можуть впливати на шкіру позитивно, і якщо в дитини вже є проблеми, то хоча б не буде їх більше. Да, это, безусловно, это только профессиональная косметика. Это косметику, которую смогут подобрать врач-косметолог на консультации, когда вы приходите к нему. То есть это будет и домашний уход, и маскирующий средство, которое из профессиональной линии с лечебным эффектом будет помогать маскировать и лечить кожу, чтобы впоследствии это уже вызвало меньше побочных эффектов и состояние кожи не ухудшалось после таких средств. Тем более зачастую наши девочки не умываются, либо умываются как-то неправильно. И... До речи, с приводу вмывания, трошки расскажите, как треба це правильно робити. Обязательно нужно делать и утром, и вечером. То есть утром мы умываемся после того, как мы проснулись, то есть все равно наша кожа продолжает работать ночью, хоть мы и спим, мы смываем ей, скажем так, ее продукты жизнедеятельности. Мы умываемся, это обязательно должно быть очищающее средство, либо пенка, либо какой-то флюид легкий. Но мы должны обязательно умываться. После этого мы наносим тоник на лицо, то есть благодаря тонику мы восстанавливаем
pH нашей кожи и подготавливаем кожу уже к следующему этапу, это нанесение крема. Вечером мы делаем все то же самое, то есть это и очищение, и тонизация, и крем. Это нужно делать, вот как мы чистим зубы дважды в день, точно так же и мы ухаживаем за нашей кожей. Ну, звичайно ж, і підлітки, і діти всі знають, що це потрібно робити, але от як ви ж сказали вже, що можуть зробити це звичайним милом, наприклад, так, а це ж вже проблема теж, тому що шкіра може пересохнути, там, де вже є проблемка невеличка, той прищик, він теж може не так розвиватися, як би цього хотілося, так, а десь, можливо, вони там і давлять, і потім спиртом ще там, чи чимось ще теж замазують. І проблем стає більше, і тоді, от тоді вже точно треба йти вже до лікаря-дерматолога, аби розібратися з такою проблемою. Ну, з приводу вмивання ми з'ясували вже так, що потрібно робити. Звичайно, краще би підібрати той догляд, який вам необхідно мати. Але от зараз хочеться звернути увагу на ті тональні засоби, про які ви сказали. Чи правда, що усі, абсолютно усі тональні креми мають негативні компоненти, які в майбутньому можуть впливати на нашу шкіру? І що тональний засіб треба тримати лише 2-3 години на вашому обличчі? Чи це правда, чи можна цілий день? Що зараз стається кращого у косметиці, в косметичних засобах? Если мы берем профессиональную косметику, где тональный крем имеет лечебный эффект, то его, в принципе, можно оставлять целый день на лице. То есть это как крем, который мы нанесли утром, и вечером мы приходим, его смываем. Если речь идет о, скажем так, тональных средствах, которые доступны в наших масс-маркетах, обязательно нужно смотреть и читать состав этих средств, потому что есть комедогенные средства, есть средства, которые не прошли дерматологическую, скажем так, тестирование. А как это зрозуміти? Ну, они же все продаются, так? И все людина, яка не зовсім обізнана в тому, що там повинно бути написано, чи от який елемент треба уникати? От ви, наприклад, дивитесь склад, так? І ви бачите, що ось такий елемент ми не беремо, взагалі не беремо такий засіб. В будь-якому разі нам можна проконсультуватися, але ж я вам скажу, що не усі консультанти знають. І тут теж такий дуже серйозний момент, на який треба звертати увагу. Опять же, вопрос в том, наскільки вам нужно тональне средство? Это вот такой вот, скажем так, крик души, грубо говоря, потому что девочки, которые вот там школьницы, старшие классы, они считают, что это средство прям вот must have для них и обязательно его наносить. Для детской кожи это категорически неприемлемо. То есть лучше воспользоваться легкой пудрой, которая как-то замаскирует лицо. В более зрелом возрасте, уже когда женщина, она за собой правильно ухаживает, я думаю, все-таки она будет обращать внимание на стоимость косметики, сколько она стоит и где она продается. Опять же, нужно это все внимательно учитывать. На тюбиках пишут, что протестировано, то есть имеется дерматологическое тестирование, и оно безопасно для использования. Смотреть, если эти тюбики, даже вы покупаете в масс-маркете, они могут быть уже открытыми, а открытые средства всегда пишут на обратной стороне, то есть после того, как вы его открыли, это 6 или 12 месяцев использования. Мы не знаем, как долго оно там простояло и как часто его откручивали, и мы этого даже не видели, и консультанты это тоже не скажут. Если хочется подобрать правильное средство, все-таки подойти к врачу-косметологу, нужно определить свой тип кожи, чтобы это тональное средство не пересушивало, не жирнило, если это уже жирная кожа, и подобрать более профессиональное, которое і тонірують, і защищають нас. Ви знаєте, пані Наталя, ну справді це було б ідеально, якби ми так ставилися до себе, це ж наше здоров'я. Але переважно, коли хочеться бути гарною на вечір, то от нехтують дівчата, я вам кажу, майже 100%, це правда. Ви самі знаєте, що просто собі нанесли макіяж, зробили себе гарною і все. Тобто ніхто не думає, чим це зроблено, як. І, звичайно, що і губна помада, і той блиск, і різні-різні засоби, які продаються, ну, треба мати, по-перше, бюджет. І немаленький, аби все це мати. Не всім це доступно, по-перше. А по-друге, тут ще інша ситуація, коли можна взяти мамину косметику, наприклад, так? Можна просто взяти в подруги. І дівчата, от ті, які ще не сформувалися, і не сформувалися як жінки дорослі, так? І ще не сформовані з приводу догляду за собою,
і не так звертають увагу на своє здоров'я. Все ж молодість, вона витримує багато чого. Согласна. В даному випадку краще тоді вже, якщо от така потребність в косметиці, бути ухоженою, завжди виглядати на всі 100, сказати об этом мамі, щоб з мамою підійти в магазин і вже сознательно підійти к вибору косметики, яку ви можете собі дозволити купити і приобрести, щоб вона дійсно відповідала качеству, срокам годності. Понятно, что все отталкиваются от бюджета, который есть, но хотя бы, чтобы это было безопасно. То есть сейчас в интернете очень много пишут тех веществ, которые не должны быть в косметике. Их достаточно много. Проще уже выписать себе этот список. Пусть это будет смешно, когда ты подходишь, на листике высматриваешь, читаешь, но зато ты выберешь именно то средство, которое действительно безопасно и которое тебе подходит и по типу кожи, и по бюджету, и по основным характеристикам, которые ты хочешь. Понятно, но наостанок. Хочеться останнє вже питання, так, з приводу краси. От як ви вважаєте, від чого вона залежить? Це генетика ваша, можливо, так, перше. Друге, що може бути? Це від того, як ви доглядаєте за собою, так? Це, можливо, ті засоби, якими ви користуєтесь, так? Ну і останнє, що? Це настрій, позитив, це та внутрішня енергія, яка від вас йде. Что нужно? Конечно же, генетика, да, безусловно, она играет важную роль. То есть мы всегда, как говорится, идем от исходника. Какие в нас заложены гены, то мы получаем потом с возрастом. Правильный уход кожи тоже обязательно, его нельзя отменять ни при каких условиях. Конечно же, это занятия спортом, это, в принципе, те правила, которые мы все знаем. Пить много воды, есть полезные продукты, правильно питаться, меньше стрессовать, больше радоваться жизни, искать позитива хотя бы в каждом дне, хотя бы что-то по мелочи. Это уже нам добавляет какую-то радость, и нас это внутренне наполняет. Ну и общаться с позитивными людьми, потому что только когда мы обмениваемся какой-то положительной энергией, мы наполняемся сами. Дуже дякую вам, пані Наталю. Настільки корисними сьогодні були поради і ті жінки, та й чоловіки теж, бо нам всім потрібний догляд. Якщо вони прислухаються і будуть робити так, як це потрібно, то, звичайно, всі ми будемо здоровішими і будемо виглядати на усі 100. І без косметики, без зайвої. Я надіюсь. Так, будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.